Друзья, с великой радостью и гордостью я хочу вам сообщить, что сегодня у нас в гостях народный артист СССР, народный артист Белоруссии и заслуженный деятель искусств Польши Владимир Мулявин. Также хочу вам с большим удовольствием представить заслуженного артиста Белоруссии Анатолия Кашепарова, в прошлом солиста ансамбля «Песняры». А теперь, собственно, вопрос тебе, Володя. Расскажи, чем сейчас занимается ансамбль «Песняры» вообще? У нас грядет такая дата, очень 30 лет коллективу, что мы уже, наверное, рекорды побили всех. Именно я работаю именно в ансамбле, уже 30 лет буду работать. Значит, с меня брать, я и организовывал ансамбль, и репертуар первый мной написан был. И в этом году будет 30 лет роли Кашепаров, Лёни Баркевич. Мы 30-летие возвращаемся и делаем такое. Вначале, конечно, ретро-программа будет у меня, потому что я ввожу молодых совсем ребят туда. И, то есть они проходят школу песнеров сейчас пока у меня. И, конечно, готовили две программы на наш юбилей, которые мы будем хорошо, я думаю, мы хорошо проведем где-то к сентябрю, к октябрю месяцу. То есть и к сентябрю, к октябрю месяцу мы уже можем увидеть грандиозное шоу-представление, которое будет посвящено 30-летию ансамбля песнеров. Спасибо, Дашка. Поздравляешь. Нет, я не поздравляю, я просто анонсирую интересные, на мой взгляд, события. Толя, все-таки твое впечатление от Москвы, от нашей страны? Самое наилучшее и самое прекрасное впечатление. То есть удивительно, если я Москву увидел совершенно новое какое-то, слишком причесанное какое-то, вот такое аккуратное. То есть я ожидал, что ты приедешь, вывески, а вывески будут... Да-да, я ожидал вот такое. Нет, совсем другое. Это вот все это вот провокационные эти там разные рекламы. Не то говорят, то, что нам нужно. А что там вообще? Расскажи, что там о нас говорят в Америке-то. А сейчас, например, вот американское телевидение, оно, значит, прямиком из Москвы все показывают, все музыкальные шоу-программы, все. И ваша программа идет. Смотрим. Владимир, да. Очень приятно, что наша программа смотрима в Америке. Да. Владимир, какую песню сегодня наши телезрители и телезрительницы услышат в исполнении ансамбля «Песни»? Я считаю, одна из самых таких мелодичных песен у нас была эта песня Тухманова, наша любимая. Замечательная песня. На мой взгляд, для вас, наши любимые, звучит песня «Наши любимые» в исполнении ансамбля «Песняры». Слушай, друзья, это те песняры, которые в мультфильме снимались, а? В каком они мультфильме? Ну, про волка, про зайца, помнишь? Косил я с конюшину, косил я с конюшину, поглядал на девчину. Ой, да погоди ты! О, точно, ну погоди называется, там еще козел за водой ходил. Какой козел? Ну какой нормальный козел с бородой, да. Мы косил я с конюшину. О, Господи! Козлы какие-то с бородой. Ой, это ясность не вам. Уважаемые радиослушатели, для вас поет ансамбль «Песняры». Не обижайте любимых упреками, бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою наши любви. Любимые,
наша жизнь не течение плавное. Только бы в ней было самое главное. Наши любимые.